Здравствуйте, церковь. Меня зовут Игорь. Я родился в нормальной, здоровой семье. Вот, родители мои всю жизнь работали, старались, воспитывали меня. Вот, я занимался с детства спортом, играл в футбол профессионально. Вот, были большие перспективы, тренера возлагали надежды. Я был в сборной Донецкой области по футболу. Но в 16 лет в мою жизнь пришла эта страшная проблема – наркотики. Я связался не с той компанией из-за любопытства, из-за неправильных друзей, общения. В мою жизнь пришла эта страшная беда, и я никогда не думал, что я стану зависимым. Вот. Но в 16 лет я встретился с этой проблемой. И на протяжении 8 лет я употреблял наркотики. И в 22 года я был полностью побежден наркотиком во всех сферах своей жизни. В 22 года я не хотел уже жить. За это время я потерял много здоровья, потерял много друзей, отношения. Во всех сферах у меня был полный крах. И знаете, кто-то говорит, что он был на краю пропасти, но, наверное, я летел уже в эту пропасть. На протяжении этих 8 лет я через год уже реально понял, что я в зависимости, и сам я не могу с этим справиться. То есть моя человеческая сила воли, она была просто сломана. Я ничего не смог с этим сам сделать. Вот, я пытался обращаться за помощью к родителям, к тренерам, к друзьям, финансы какие-то влаживать, обращался к врачам, наркологам. Вот, уезжал из города, менял круг общения. Пытался уходить в спорт, в работу, там, встречался там, с девушкой, вот, обращался к колдунам за помощью, к гадалкам, вот, обращался во все, стучался во все двери, но везде я терпел поражение. Почему? Потому что никто мне не мог помочь. Ни в одном городе, ни в одной области, столицы нашей страны, нигде никто не мог мне помочь. Вот. Все говорили, что наркотики – это тупик. Все, я нахожусь в тупике, и тебе нужно с этим смириться и просто доживать, просто существовать на этой земле. Но в один день в руки моей матери попала визитка «Наркотики мешают жить, выход есть». Ей простая уборщица в школе дала визитку и сказала: «Позвоните». Это пастырь церкви «Новое поколение». Вот там, в этой церкви, занимаются реабилитацией и спасением людей, которые находятся в зависимости. Вот. И моя мать, как последняя надежда, она взяла эту визитку, она верила в то, что это будет шанс и вторая судьба, она действительно появится в жизни сына. И она позвонила пастырю. И приехал человек ко мне домой, вот, в обычной одежде. Он выглядел очень просто. Он мне попроповедовал, он мне рассказал о церкви, рассказал мне об Иисусе, рассказал, что есть тысячи спасенных людей, что наркотики – это не точка, вот, есть новая жизнь. Через месяц я принял решение поехать в город Днепропетровск, в центр реабилитации церкви «Новое поколение». Я начал смотреть проповеди Андрея Тищенко, Андрея Коваленко, епископов церкви «Новое поколение». И через это начала жизнь моя изменяться. Я принял в свое сердце Иисуса Христа, я покаялся в своих грехах. И через это Бог, Он начал работать в моей жизни. Где-то через сутки, когда я проснулся, то я реально физически пережил то, что у меня прошли боли, у меня не было ломок. Я понял, что ко мне прикоснулся Бог. Я начал с первого дня кушать, заниматься спортом. У меня в первую ночь появился сон. Это для меня было удивление, и я реально понимал, что есть, если это дьявол разрушил мою жизнь, как мне говорили, и это было очевидно для всех, то я реально понимал, что есть Бог, который может восстановить мою жизнь, и это будет тоже очевидно для всех.
Я с первых дней начал читать Библию, ходить на молитвы, слушать своих наставников. Андрей Тищенко – это человек, который повлиял своими проповедями на мою жизнь, так как на реабилитации, когда мы находились, мы постоянно прослушивали его проповеди, технопроповеди, проповеди сцены. Вот. И он говорил простые вещи, которые врезались в сердце, которые попадали в мой дух, в мое мышление. И я действительно понимаю, что через его молитвы, через его служение моя жизнь полностью изменилась. Он за меня неоднократно молился. При первой возможности, когда я приезжал на конференции, или я имел возможность с ним увидеться, я всегда подходил, чтобы он возложил руки, чтобы он просто сказал несколько слов благословения в мою жизнь. Когда там люди говорят, ну там вот, наркоман. Ну, по сути, уже не наркоман, уже новое творение, новый человек. Бог вообще изменил мое сердце, изменил мое мышление, изменил мою речь. И я благодарен Богу, я благодарен церкви «Новое поколение», я благодарен помазанным, сильным, настойчивым наставникам, пастырям нашим, которые несут этот дух, несут эту веру. На сегодняшний день я нахожусь в церкви «Новое поколение» у епископа Андрея Коваленко. Я являюсь сотником церкви, я являюсь директором центра реабилитации, в котором на сегодняшний день примерно 180 человек проходит реабилитацию. Это несколько домов, в которых такие же ребята, парни, девчонки находятся. Мы им служим, помогаем обрести свободу, молимся за них, верим в них. Бог, Он спас меня, Он разорвал эти узы, Он подарил мне свободу. Он дал мне новую жизнь, Он исцелил мое зрение, Он дал мне новые органы, Он дал мне смысл в жизни, подарил мне новых друзей, подарил мне хороших пастырей. Вот. И я начал жить с чистого листа.